Городской округ Люберцы полным ходом готовится к празднованию Дня Великой Победы. В рамках подготовки коммунальщики наводят порядки у памятных мест, а дорожники ремонтируют асфальтовые покрытия на улицах муниципалитета. Мемориал воину-освободителю – одно из главных мест в Люберцах, где пройдут торжественные мероприятия. Уже сейчас коммунальщики здесь моют плафоны, чистят пешеходную часть, приводят в порядок бордюрный камень. В городе наведением порядка к 9 мая занимается Люберецкий ДЭП и Объединенный комбинат благоустройства. Мы сейчас одновременно осуществляем и покраску бордюров, и нанесение горизонтальной разметки на дороге. Сейчас идет обслуживание всех наших памятников. Очищается вся поверхность, наводится порядок, приводится в порядок газоны. Вот, осуществляется полностью проверка всего светового оборудования. Кроме коммунальщиков, в городском округе трудятся и дорожники. К празднику они проводят ямочный ремонт в усиленном режиме. На сегодняшний день в муниципалитете заделано уже 2500 выбоин. Глава Владимир Ружицкий лично проинспектировал ход этих работ на улице Власова. Много поговорок на Руси. Это и про дураков, и про дороги, и прочее, да? Но мы ставим задачу, что, по крайней мере, с одной проблемой – это дороги, это ямы на дорогах. Как-то мы справились бы. И мы, я оцениваю, с этой задачей сегодня справляемся. Ямочный ремонт дорог в городском округе Люберцы планируют завершить к 15 мая. После чего дорожники приступят к масштабным работам – капитальному ремонту асфальтового покрытия. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.